Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал «Отвертка». Приветствую всех на канале «Отвертка». Сегодня я вам покажу новинку нашего канала – электрический станок для заточки любых, еще раз повторяю, любых ножей. Итак, давайте приступим. Данное приобретение было получено буквально сегодня по почте. И этот станок называется ЧФ Choice Sportsman, модель 317. Интересно, что же в этой коробочке? Давайте попробуем распаковать и посмотреть, что же мы получили. Это канал «Отвертка», канал домашнего мастера. Итак, мы получили коробочку с посылкой. Она у нас называется ЧФ Choice Sportsman, модель Extreme 317. Приступаем к распаковочке. Посмотрим, что же у нас интересного в нашей коробочке. Так, хорошо. Ага, еще ни разу не вынималось, то у нас... Так, что мы видим у нас в коробочке? Видим шнур правильный под евророзетку с правильным толстым, хорошим проводом, пропускающим правильный ампераж. Зачет. Что у нас идет? Инструкция. Инструкцию сразу вынимаем. Инструкция. Смотрим. Инструкция на английском и русском языках. Смотрим, что у нас есть. Сервисное обслуживание, полезные советы, ну и так далее. Что у нас там интересно еще? Оптимизация заточки лезвий с иллюстрациями. Это очень хорошо. Что у нас там дальше идет? Инструкции. Это все надо обязательно изучать. Так как мы никогда не читаем инструкции при первом вскрытии, соответственно, это у нас более-менее сложный прибор. И здесь инструкцию обязательно надо почитать. Хорошо. Откладываем дальше. Так, полиэтиленовая упаковка и пенопластовые уплотнители. Хорошо. Вынимаем сам аппарат. Аккуратно, не спеша, не спеша. Так, хорошо. Убираем уплотнители, убираем коробку. Она нам не нужна. Так, полиэтиленовый пакет. И мы имеем следующий. Немножко камера сбилась. Итак, после открытия видим данный приборчик. Кнопочка включения. Два слота. Здесь вот первый написано, здесь второй. Хорошо. Название ЧФ Choice Sportsman Extreme 317. Ножки прорезиненные, резиновые. Я думаю, он будет уверенно будет стоять на ножках во время эксплуатации. Так, что у нас внизу есть? Внизу у нас есть специальный лючок. Специальный лючок. В инструкции надо будет про него обязательно прочитать. Обязательно, еще раз говорю, читайте инструкцию. Здесь маленький рычажок есть. Сейчас мы смотрим, что же это за рычажок. Ага, это у нас рычажок. Здесь все по-английски написано, но более-менее понятно, что это рычажок для очистки наших заточечных дисков. Это хорошо. И обязательно тоже прочитаем в инструкции, что про этот рычажок написано. Хорошо. Смотрим дальше. Что у нас больше такое есть? В принципе, здесь больше ничего такого нет. Корпус не угловатый. Я думаю, будет его легко очищать. Ножки правильные, удобные, резиновые. Шнур правильный, высокоточный, под евророзетку с заземлением. Это тоже хорошо. Инструкция на русском. Вопросов, я думаю, не должно возникнуть. Итак, мы более-менее рассмотрели, пощупали и увидели станок для заточки ножей ЧФ Choice Sportsman Extreme 317. А вот интересно, не читая инструкции, получится у нас заточить нож или нет? Давайте проведем маленький эксперимент по заточке тупущих ножей из нашей квартиры.
Итак, мы подключили данный девайс к источнику напряжением 220 вольт. Предупреждаю, 220, не 370 и не 127, 220 вольт. Пробуем включить, как он себя будет вести и что он будет там показывать. Включаем клавишей включения. Нормально. Вибрации не наблюдается. Стоит уверенно на столе за счет резиновых ножек. Шума мало издает. Прекрасно. А вот интересно, можно ли без подготовки, без каких-либо хитростей и умений заточить на этом аппарате, вот именно в данный момент, хотя бы один нож? Давайте попробуем провести опыт. Простота использования данного девайса. Берем простой кухонный нож. Вот видите, заточка была, тут видно следы. Заточка была на наждаке, непонятным образом и так далее. Берем контрольный листок бумаги. Контрольный листок бумаги. Пробуем разрезать. Ну, в принципе, ничего режет. Не, вот видно, видно, что немножко рвет. С бахромой. Да, немножко рвет. Понятно. Откладываем в сторону листочек. Давайте включим наш Chief Choice Sportsman Extreme 317. И попробуем заточить. Как я понял, вот это первый слот, второй слот. Первый слот. И попробуем. Хорошо. И во второй слот. Давайте еще раз. Нет. Ну и во второй слот. Здесь другой звук. Здесь, видимо, применяется другой диск с более мелким, мелкодисперсным алмазами. Так. Это, видимо, для доводки. Ну, еще разочек. Все. Что, ага, вот видите, вот линия появилась совершенно другая. Заточки, совершенно другая линия заточки. Хорошо. Пробуем наш контрольный листочек. Ну. Ох, хорошо, какая. Ух ты, как хорошо. Ай, как хорошо. Вот это разрезик. Вот это. Давайте еще раз. Ай, как хорошо. Ай, как приятно. Так, в принципе, неплохо. Один ножичек есть. А давайте попробуем второй. Такой из деревни, деревенский, самодельный, непонятно какой. Ну, он, конечно, тупенький. Давайте попробуем его. Тупой, да даже на ощупь тупой. Давайте его попробуем заточить. Включаем первый слот. Хорошо. Хорошо. Вот линия появилась. Линия как раз появилась за точки. Вот она. Ну и доводочку. И доводочку. Полировка идет какая-то. Надо будет изучить этот вопрос. Именно как правильно затачивать ножи. И вот этот. Выключаем. Ого! Хорошо. Берем контрольный наш листочек. Ну и попробуем. Ой, как хорошо. Изумительно. Хорошо. Вон как она. Жик. Прекрасно. Вы знаете, я бы сказал, sehr gut, Вальдемар. Интересная, хорошая заточка. Итак, это канал «Отвертка», канал домашнего мастера, и наше новое приобретение Chef's Choice Sportsman модель Extreme 317. Первый опыт удался. Довольно-таки просто. Ничего не надо изобретать. И так далее. Ну, я думаю, у нас первый опыт удался. А
Еще раз напоминаю, я выпущу еще один видеоролик, а более подробно расскажу вам об данном девайсе. Расскажу вам, зачем нужны вот эти рычажки, зачем вам нужны вот эти вот крышечки. Непонятно, эта крышечка, она вынимается. Ну и так далее. Более подробно расскажу о данном девайсе фирмы ChefChoice. И надо будет изучить инструкцию. И я думаю, в инструкции будет много чего интересного написано. Я думаю, во втором ролике вы более подробно узнаете, как пользоваться этим простым и интересным прибором. Итак, в конце нашего видео скажу следующее. Вся интересная информация находится в описании под нашим видео. Там указаны сайты, где можно посмотреть на данный аппарат, где можно посмотреть ценовую политику, скидки и промокоды. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, с нами будет интересно. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка.